Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как правильно рисовать стрелки. Дело в том, что у каждого есть своя форма глаз и своя посадка глаз, но верхняя и нижняя века есть у каждого человека. Ту схему стрелки, которую я сегодня вам покажу теоретически, вы легко сможете найти на свои глаза. Поэтому давайте приступим. Наше веко имеет верхний контур верхнего века и нижний контур верхнего века. Если мы проведем линию природной линии глаз, немножко направляя ее в сторону, это будет первая линия, искомая нами. Но помимо этого у нас есть еще одна линия. Это линия природной складки глаза. Как мы находим нашу стрелку? Пересечение, которое мы нашли, это является нашей направляющей в стрелке. Почему? Потому что затем мы это можем легко соединить с общим контуром глаза. И придать стрелке нужный вид. Либо это стрелка, которая подчеркивает контур глаза, либо это стрелка эффекта 80-х и 70-х, либо, как ее еще называют, ретро-стрелка, либо это более утолщенная стрелка, которая не менее модна сейчас. Немножко продлеваем ее в сторону, вытягивая глаз, делаем кошачий глаз. А также все это можно соединить с нижним веком. Вот мы закончили рисовать наши стрелки. Давайте я вам буду показывать поочередно. Это стрелка, которая смотрится очень легкой, тонкой и изящной. Ею можно подчеркнуть просто внешний как бы, вид века, придать ему, знаете, такую легкую структурность верхнего века и слегка подчеркнуть внешний угол глаза. Более яркая стрелка, если мы сделаем более уплотненный, да, и более утолщенный контур верхнего века и немножко более жирный кончик, да, то есть хвостик нашей подводки. И более яркий макияж, знаете, такой макияж еще называют арабский макияж, да, где у нас очень ярко прорисовано верхнее веко, достаточно ярко выделен хвостик и подчеркнуто нижнее веко. Поэтому давайте я вам покажу все три века, как они выглядят вместе. Обратите внимание, как правильно рисовать стрелку, я вам показала. Впоследствии вы сами дома можете потренироваться и научиться рисовать стрелку в домашних условиях. Пробуйте, и у вас все получится.